преподобный Паисий Святогорец с болью и любовью о современном человеке. Люди изменили умиротворенную природу. Большинство из тех технических средств, которыми сегодня люди пользуются для своего удобства, они производят шум. А своим шумом люди свели с ума умиротворенную природу. Все этой техникой они все изменили, разрушили. А какая тишина была раньше? Как же изменяется и как же изменяет все вокруг человек, сам того не понимая? Сегодня все приучились жить шумом. Многие современных детей любят читать одновременно, слушая рок-музыку. То есть им большинство нравится читать под музыку, а не в тишине. Им спокойнее от беспокойства, потому что беспокойство сидит у них внутри. Везде слышен шум. Вот прислушайся. Слышишь, это постоянное ву-ву-ву. Пилят доски, ву, шлифуют их тоже ву. Опрыскивают деревья распылителями, опять ву. А потом придумают другие распылители, как самолеты, чтобы еще больше шумели и будут говорить. Эти распылители лучше потому, что они опрыскивают деревья не снизу, а сверху. И ни одна почка не остается неопрысканной. Будут искать себе такие опрыскиватели и радоваться им. Человек хочет просверлить одну единственную дырку для гвоздя и опять включает какую-нибудь вуколку. Зачем? Чтобы в воду вступит толочь. А он еще этому радуется и, удивительное дело, даже гордится. Чтобы сделать глоток свежего воздуха, покупают электрический вентилятор и слушают его гул. Раньше, когда было жарко, обмахивались рукой, а сейчас портят собственные уши ради глотка свежего воздуха. И на море сейчас создают много шума. Когда-то по морю бесшумно плыли корабли под парусами. А сейчас тарахтит даже самая маленькая моторка. Скоро большинство людей вообще будут кружить над землей на самолетах. И знаешь, к чему это приведет? Земля-то еще хоть немножко поглощает шум, а в воздухе будет такое твориться, Боже, сохрани.